Колибри Арт представляет. Девчата, привет-привет. А что вы же лежите с утра? Мы катаемся. Лежите, катаетесь? Класс. Аня, ты кого держишь там? Корову. Корову держите? Класс. Вы там спать не собираетесь? Нет, не собираюсь. Не? Ну это хорошо. Подписывайся на канал. Юля говорит, подписывайся на канал. Правильно. Ну что, кто бежит на корабль теперь? Я! Где там девочки спрятались? Привет, вы в домике. Ку-ку. У вас тут так темно. Да, мы тут. Домик у вас? Ой, страшно, страшно. А ты не будешь с домика выходить? Не будешь, чего? Все, все. Ой, тебе не надо. Давай. Все, в домике закрылись, девочки. Показывай, где тут что? О, Юля там уже. Юля, привет! Привет! Смотри, туларик! Юля говорит, смотри за курсом. Они ведут корабль, да? Вы плывете куда? Плывем. На какие земли? Может, на какой-то остров плывете? Куда прыгнешь? Иди с горки спускайся. Тут высота большая. Здесь прыгать нельзя. Вот и Юля. Опа! Где ты подружку потеряла? Не знаешь? Юля, Юля, Юля. А давай по вот этим перекладинам пройдешься? Да. Давай. Хочу заплачу. Хочу заплачу, как волосы. Молодец, Юля, давай, давай, давай. Все шатается, да? Давай. Вот и Аня уже там идет. Шатается. Куда пойдем? На другую площадку? Идемте, идемте. А давайте рост померяем. Так, меряем рост. Что там? Аня. Ну, примерно 100 сантиметров, может, чуть выше, да, Аня? А Юля? Ой, Юля почти 120. Ничего себе, высокая. Спортсменка Юля, продемонстрируйте, как у вас тут получаются, какие у вас тут успехи. Нет, тяжело? Нет. Тогда пошли на другое что-то. Юля в гору полезла, да? Давай, давай. Ну, прыгай. Молодец. Лошадку нашли? А ну, где там лошадка? Где там лошадка? А, вот она. Я качаюсь на лошадке. Юра наездница на лошади, да? О, давай вот тут. Теперь Аня. Иго-го, да иго-го. Давай, давай. Так, где там Юля? Что там Юля показывает? А Юле понравилось ходить. Да, Юля? Так давай сама. Ты же какая большая девочка. Давай. Тут надо ножками ходить.
Надо... Надо ножками ходить. Юля, вставать надо на перекладину. Давай мне руку. Давай. И опа! И мне это надо по этому кубику. Ну, спускайся. Мне по этому кубику. Топ-топ, да? Топ-топ. Ты чего? А ты куда? Высоко-высоко решила? Ого! Аня, ничего себе, как ты высоко уже поднялась. Молодец. Ну, спускайся теперь сама как-то. Получится? Ой-ой-ой. Надо ножки вставлять. Ой-ой-ой. Специальное отверстие, да. Молодец, сама умница, умница. О, молодец, и как по бревну идешь. А ой, как получается равновесие. Молодец. Умница. Давай, Юля, ты. Молодец, не боись, ты вниз не смотри. И все будет хорошо. Все хорошо. А что это такая за штуковина? Я даже не знаю. Тут какие-то препятствия. Надо, наверное, идти по веревке и, наверное, перелазить, наверное, да? Вот эти металлические штуки. Но я, честно говоря, не знаю, что тут делать надо. Вот так? Честно говоря, мама не знает, что тут делать. Все, Юля, Аня на площадочку еще бегут. Какой-то лабиринтик. Так, Юля же куда-то залезла. Аня тоже пытается куда-то залезть. Как тут выходить? Не знаю, как тут выходить. Все, девочки уже прибежали на другую детскую площадку. Юля на мотоцикл села. Аня на карусель. Ух ты, как у тебя хорошо получается. Ничего себе, класс. Подружки катаются на карусельке. Ты сама хочешь раскатать? А ну молодец, Юля, раскатываешь карусель. Молодцы, девчата. Это ж надо на пару с Юлей хотя бы. Юля! Седай на качелю. Давай! Аня! Поднимите нас. Аня, Аня! Ой, Аня ж подпрыгивает. Мы с Аней сейчас на лебеде катаемся, да, Аня? Да. В водичке. Рулюем. А он Юля сзади с папой на крокодиле катается. Кто на крокодиле, а кто на лебеде. Вот мы как плаваем. Ой! Крутимся, вертимся. Да. Так, у меня тут такой водитель этого лебедя. Ой! Он Юля катается на крокодиле. У нас маленькая ДТП. Так что мы тут плаваем. Непонятно, как этим лебедям. Тут налево это означает направо, направо это налево. Ну как-то, в общем, все сложно. Саня уже вылезли. Сейчас еще Юля с папой выйдет. На какой лошади? Ничего не знаю. Классно, тебе понравилось на крокодиле? Да. Супер. Не шусла. А ты куда? Ой, сколько все хотят что-то. Все, девчата побежали на детскую площадку. Вот вы, вот им паровозик такой. Молодец.
Юля, Юля, вот как Аня залазь. Угу. По ступенечкам. Так что, девочки, вам понравились водные развлечения, да? Это хорошо. А ну идемте, там какие-то животные, да? Волки, зайчики. Аня уже кого-то оседлала. Это кто у тебя, волк? Ты любишь волков? Да. Класс. Ну, волку, ну. Вставай, а то камень холодный, простудишься. Это не камень. А что это? Бетон. Вставай, вставай. Не, сидеть не надо на них. Вот зайчик. А вот белочка, наверное. Наверное, это белка. Да? А это, наверное, какой-то доктор Айболит, наверное. Вон медведь. Давай. Ты на горку? Или просто спуститься? Понятно. Вон Юля что-то с доктором делает там. Аня куда-то собралась. Какую корову? Вот эту? Да. Держи свою корову. Нашли они качелю. Катаетесь? Катать вас? Ну как вам? Быстро. Быстро? Здесь быстро не получится. Здесь так немножко сидишь и просто погойдуешься, и все. Да, ну так. Идемте дальше, девчата. Девчоночки, ну что, нагулялись? Нет. Нет? А идти домой будем уже? Будем? Ну это хорошо. Нет. Нет? Наша прогулка сегодня подходит к концу. Вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!